замок откроет. Мясо ему не интересно. Да. Оно интересно, но его надо на мягком спать. А мягкое надо разложить как положено уже. У него все фэншуй. По-другому с ним никак. Смотри, что он тебя не тронул. Что, вкусный кусочек? Конечно. Краешек. Да, такой же очень вкусный краешек. Видишь, спать есть надо на мягком. Он себе его навздыбит, этот матрас нарвет на эти наклочки. И вот на самую гору положит мясо. И как за столом лежит. Пошла я дальше.